Активисты Одинцовского отделения сторонников «Единой России» приняли участие в акции «Бабушкина забота». Благотворительную акцию поддержали участники общественного движения «Серебряные волонтеры», которые связали подарки для детей и пожилых людей из ЛНР и ДНР, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Одной из основных форм выражения добра и поддержки стали вязаные ангелочки, каждый из которых сопровождается личным письмом автора поделки. Одинцовские единороссы передали мастерицам пряжу и нитки и пообещали, что и дальше будут поддерживать добрые дела.